В городе Обь отремонтировали канализационную трубу. Правда, сделали это только спустя 10 дней после прорыва. Все это время вокруг стоял сильный неприятный запах, а нечистоты попадали даже в огороды некоторых горожан. Вот так выглядело место прорыва. Канализационные стоки отсюда текли в противопожарный ров и к домам жителей. Накануне канализационную трубу починили, поставили манжету, однако жители ближайших домов опасаются, что вред их здоровью и окружающей среде уже был нанесен. 10 дней люди пили воду из собственных колодцев, в которые, возможно, попадали нечистоты. Я думаю, последствия колоссальные. Ну, сами понимаете, помимо фекалий, здесь же еще это и стиральный порошок. Ну, и люди в канализацию все что угодно льют. Поэтому это и химикаты, и так далее. Ну, и я думаю, и для окружающей среды колоссальный вред, и для здоровья жителей тоже немаловажно.